Клавдия Семеновна, доброе утро. Здравствуйте. 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 Это мы приехали. Это вы. Вас поздравить с днем рождения. С юбилеем. Ой, спасибо, мои роднушечки. И как я, знаете, я вот уже всех забываю, как звать. Вот как плохо ведь, когда долго не видишься. Состарилась, теперь уже. От имени главы нашего района Гатиатуллина Равиля Хакимуловича, руководителя исполнительного комитета Кузаирова Илья Исмагиловича, и от себя лично поздравляю вас с юбилеем, с таким красивым юбилеем. Хочу вам пожелать долгих лет жизни, чтобы мы проехали еще и на 95 лет, и на 100 лет. Еще проезжали и вас поздравляли. Крепкого вам здоровья. Спасибо. И спасибо, что вы в нашем районе так очень хорошо и долго трудились. Все для людей делаю. Да, во благо нашего района. Я для себя ничего не могла, а для людей все отдавала. Вот это письмо, от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он тоже вас поздравляет. Спасибо. Вот эти небольшие подарки от нас вам. С администрацией вместе. Да как? Ну, а да, проходите вот где тут. Одеялом укрывайтесь, да. И вспоминайте. Да. Сейчас будем чай. Чтобы были коллеги.